Сар, все нормально, короче, мы в Берлине, вас тоже уважили, растянули канадский флаг, вон, видишь, на здании. Так что все нормально теперь. Не успели приземлиться в Берлине, как Ксюха уже коры мочит. Зашли в ресторан, который называется «Хот-дог», чтобы перекусить. И Ксюха говорит, у вас есть сосиски? А продавец говорит, это все, что у нас есть. Ты выпрашиваешь, стоишь, а? Иди сюда, ко мне. Сиди. 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 Иди сюда. Фу, сидеть. Нельзя. Нельзя. Можно? Короче, прикол. Мы шли, захотели есть. Я захожу, говорю, здрасте, а у вас есть хот-доги? Они говорят, ну вообще хот-доги это все, что у нас есть. Мы заказали хот-доги и пиво. Ну вот так и наши на родине могло так и красивое посольство у нас, смотрите, здесь наше. Класс. Красота. Наверное, все графики подсвечиваются.